А теперь поговорим о том, как наставник приходит в руководство церкви. Руководитель церкви, которого часто называют пастором, в некоторых церквях, во многих церквях бывает по несколько пасторов или пресвитеров, или старейшин, не один, а несколько. Послание к Титу, первая глава, подробно описывает, кто такой пресвитер, кто такой лидер церкви, руководитель церкви. Также 1 Петра 5:1 говорит об этом. Пресвитер, пресбитерос, буквально значит старейшина, старший человек. Кто-то скажет старый человек, ну как я, например. Есть еще одно слово, которое соответствует слову «епископ», то есть тот, кто смотрит, наблюдает за другими. Это слово можно переводить так же, как и «пастырь», потому что если человек не пастырь, то он не может быть руководителем церкви. Одно из различий между простым наставником и руководителем церкви — это тоже различие, что существовало между 12 апостолами и 7 диаконами. 12 апостолов наставляли церковь, 7 диаконов были администраторами церкви. 12 наставляли всю церковь, 7 занимались вдовами, 12 вели в служении молитвы. У 7 было совершенно другое служение. У 12 служение слова. У 7 служение администрирования. Значит, нам нужно разобраться, как найти кандидата в пресвитеры, как найти кандидата в руководящие братья. В послании к Титу, первая глава, мы читаем о том, что прежде всего нужно посмотреть на их семью. Первая глава, 6 стих. «Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Точно так же, как и с церковными лидерами, или с наставниками, с диаконами, нужно сначала посмотреть на семью, потому что если человек с семьей не может управиться, то и с церковью он не управится. 7 стих. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец». Подчеркну первый момент. Епископ должен быть не дерзок. Буквально, он не должен быть себелюбив, так получается по-гречески. Не должен сосредотачиваться на любви к самому себе. Если ключевой лидер церкви прежде всего ищет своего, то он начнет рассуждать примерно так. «Я, конечно, буду молиться, я буду слушать Господа, затем буду руководить, и все должны следовать, потому что мы начинаем слишком доверять себе. Мы думаем, что я такой хороший руководитель, за мной все обязательно пойдут». Мы перестаем слушать Бога. Мы перестаем прислушиваться и делиться Божьим Словом с другими людьми для того, чтобы потом услышать их мнение, их мысли. Кстати, именно поэтому так важно, чтобы лидеры сотрудничали друг с другом, чтобы лидеры обсуждали все вопросы, чтобы не было в церкви диктатора. Титу 1:8. Мы должны разобраться также с друзьями, с близкими знакомыми этого человека. «Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Первое слово «страннолюбив» — это необычайно важное понятие, необычайно важное качество для пастора, для пресвитера. «Страннолюбив» — то есть человек, который готов принимать странников, принимать незнакомцев.
Знаете, если лидер общается только с другими лидерами, пресвитер только с другими пресвитерами, если он доверяет только небольшой группе людей, ближайших к нему людей, то будут проблемы. Дело в том, что люди, призванные вести поместную церковь, призваны также быть друзьями незнакомцев, делать первый шаг, рисковать, открывать свой дом, открывать дом не только ближайшим друзьям, которых знают уже 5 или 10 лет, а и незнакомым людям. Более того, этот человек призван любить добро. Мы читаем «любящий добро». Иными словами, это открытый человек, это щедрый человек, человек, готовый жертвовать на доброе дело. Пресвитер церкви должен заботиться не только о своей общине, о своей церкви, но и о других добрых делах, о том, что происходит вокруг него, что происходит в сообществе. Если это благо, если это хорошо, он должен об этом заботиться. Он призван к этому. Об этом напоминает апостол Павел. И вот такие качества нам нужно искать в потенциальных лидерах, которые хотят быть пресвитерами церкви. И еще, этот человек должен держаться истинного слова. Об этом говорится в 1 главе 9 стихе послания к Титу. Держаться истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в этом учении. Человек, который несет служение пастора или пресвитера, как сказал Жан Кальвин, у пастора два голоса. Один, чтобы собирать овец, другой, чтобы изгонять волков. То есть, с одной стороны, наше дело наставлять в здравом учении, с другой — обличать и изгонять противящихся. Мы возвращаемся к мысли о том, как учить, как готовить пастырей, служителей, пресвитеров. Очень часто мы, конечно, встречаемся с этими людьми, лично встречаемся индивидуально, мы строим с ними личные отношения. И это мы обычно описываем так. Смотрите, вот как у тренера. Только вы тренер не команды, а личный тренер для этого человека. Наставник по жизни для него. То есть мы идем с этим человеком, мы трудимся вместе с ним, мы знакомимся, общаемся с ним, мы тренируем его на практике. И вот именно таким образом пресвитеры, старейшины могут наставлять новых лидеров, работать вместе с ними. Обучение и развитие, взращивание лидеров — одна из самых важных задач поместной церкви. Я думаю, что нам важно помнить, что обучение лидеров начинается с великого поручения. Они сначала становятся учениками. Потом мы молимся и просим Господа жатвы, чтобы послал делателей. Потом мы смотрим, кто из этих делателей станет наставниками для других. Потом очень внимательно, кто из этих наставников будет пресвитерами, старейшинами. Наша задача — избежать того, чтобы дети вдруг попали в положение духовного руководства, духовные дети. Сначала человек должен вырасти, сначала человек должен созреть. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.